Так, мы сегодня чуть-чуть поиграем в игру Biker Mice from Mars на Super NES. Игра выходила только на SNES в Штатах и в Европе. Вот. Автоакселератор включить, не включить, в принципе, никакой там разницы не будет. А вот Jet Engine, да. Engine Power, это Jet Engine. И что, в принципе, классно, игра никогда не выходила на других платформах в то время. То есть на Mega Drive или на каких-нибудь других платформах игр по мышам Biker с Марса не было. Вот, я даже и не знал в свое время, как раз, когда еще был мелким, что есть игра на SNES по этому всему. Потому что я видел мультик, наверное, все видели оригинальный мультсериал Biker Mice from Mars на кассетах. Вот. Но я не знал о том, что как раз еще игра есть от Konami. От Konami. От моей любимой компании. Как раз есть игра. Это очень классно, как оказалось потом. Игра является в некотором роде своей такой версией Rock'n'Roll Racing. И даже, естественно, мне эта игра больше нравится, чем Rock'n'Roll Racing, но это всё лишь мое мнение. Потому что здесь как-то все пошустрее, музыка более пободрее, там все такое более красочное и так далее. Let's rock and ride! Здесь у нас Дроссель, Мода, Винья, Лимбургер. Здесь его зовут Грис Пита, в русском переводе я не помню, как его зовут. И Карбункл. Доктор. Играю за Винни. Там у него по скорости вообще ничего. В задницу. Как играю, так играю. Какая разница? Все, в принципе, управляются одинаково, и скорости здесь вообще практически никакой разницы между ними нет. Go!
Lovely! Чумазоидом его звали. Грис Пит это чумазоид. Так вот его странно нарекли. $700 всего лишь получил. Thank you.
я ее всех выиграл. Thank you.
Speed Metal такой, вот Thrash Metal, да. Здесь как бы все трассы будут почти что похожими друг на друга, может быть, только по трудности они будут все разные, и в дизайне, да, как бы сразу переделанная первая трасса, она даже здесь без этих ускорителей. Такое вот геймплейное видео с игрой Biker Mice from Mars на SNES. Классный, конечно, этот, своего рода типа рип-офф рок-н-ролл рейсинга, но опять же, по моему мнению, классный клон, потому что все-таки здесь все более, это все пободрее, с персонажами из мультсериала, тоже когда-то я очень обожал, да и, в принципе, сейчас не позже пересмотреть некоторые серии. В принципе, мультик очень однообразный был, но тем не менее отлично, конечно, работу провела компания Konami, когда делала давно игру на SNES, причем только для западного рынка, то есть Штаты и Европа.
Вот. Так что, ладно, всем, наверное, спасибо за просмотр. Всем до скорых видео. Всем пока.